Проект «Рожденные побеждать» дебютировал в сентябре прошлого года и сразу же попал в поле зрения известных бизнесменов, чиновников и общественников. Организаторы удостоились губернаторской медали, что, несомненно, вдохновило их на продолжение. В сентябре у нас на финал конкурса выйдут 12 участниц. Я планирую, что 12. Сейчас уже набрано 5 девочек по городских из города Челябинска. Одна девочка приедет из Москвы, одна девочка приедет из Ростовской области. Вот. Ну и еще есть 5 вакантных мест для девушек из других вот именно регионов. География действительно должна быть все-таки общероссийской, для того, чтобы показать наш город Челябинск как социально ориентированный город. В преддверии проекта проходят встречи, круглые столы и мастер-классы. Этот на площадке медико-косметологического центра «Артмедика» посвящен секретам красоты, которыми делятся профессиональные косметологи. Сегодня мы постарались в рамках мероприятия «Бьюти-девичник» на самом деле провести уроки красоты, которые возможно навести внутри и снаружи. Мы подготовили последние самые модные тренды и тенденции в косметологии, информацию о применении микроэлементов и витаминов, информацию об уходе за кожей лица, но не ту, которую каждая женщина может прочитать в интернете, а именно изюминки, маленькие секреты, которые каждая женщина, зная, может выглядеть шикарно, так же, как Софи Лорен. Всегда хотела узнать побольше, например, вот о ботоксе. Меня это давно как бы вопрос интересует. И сегодня, ну, развеяли все, как бы, все мифы. Обязательно, устала, не устала, утром и вечером нужно очищать кожу, пользоваться тоником, что для меня открытие, потому что я никогда не думала, что тоник – это так важно. И применять крем для глаз, для лица. К финалу каждая участница готовит творческое выступление. И несмотря на то, что состоится сам конкурс осенью, девушки уже сейчас задумались о своей презентации. У меня подружка, с которой мы вместе участвуем, ее на данный момент не было. И у нас финал будет, ну, творчество наше. В ночи вяжем, и у нас будут модели выходить в наших изделиях. Идеи какие-то есть. Я в команде КВН интегрирована, единственная в Челябинской области, свою доску. Возможно, это будет что-то связанное с юмором. Но пока вот и разные идеи, еще точно не могу сказать, что будет. Ближайшая встреча участниц проекта «Рожденные побеждать» состоится уже на следующей неделе. Девушки приглашены на мастер-класс по прическам.